2004 год – год 70-летия Южноуральской железной дороги, открытого акционерного общества «Российские железные дороги». В этот год одновременно празднуется и 70-летие Челябинской области. 20 лет назад решением Южноуральской железной дороги и Магнитогорского металлургического комбината был сформирован фирменный поезд «Магнитка» регулярным сообщением Магнитогорск-Челябинск-Москва. Ежегодно в комфортабельных и современных условиях поезд перевозит свыше 100 тысяч пассажиров, южноуральцев и гостей этого прекрасного края. Магнитогорский металлургический комбинат является одним из лучших предприятий черной металлургии и по праву достоин лучшего состава Южноуральской железной дороги. В соответствии с новым корпоративным стандартом, совместно руководством открытого акционерного общества Магнитогорский металлургический комбинат и акционерного общества «Российские железные дороги», с 2004 года в составе поезда организованы вагоны «Бизнес» и «Эконом-класса». «Эконом-класс» – комфортабельные и уютные купе для 4 пассажиров. Максимум комфорта для путешествующих с семьей. Уют и домашняя обстановка. Плюс организованное 3-разовое питание, которое можно заказать по собственному желанию. Меню включает в себя также детские и вегетарианские блюда из вагона-ресторана. Мне вообще по роду своей деятельности, я очень часто езжу этим поездом «Магнитка». И в частности, вот мне очень нравится, что появился такой вагон эконом-класса. Очень удобно. В стоимость билета входит постель, питание, литература. То есть не приходится с собой лишний груз, как говорится, брать. Очень удобно. Все приносят в купе. Я не первый раз еду этим вагоном. Мне очень нравится. Для пассажиров, ценящих особый комфорт, в составе фирменного поезда «Магнитка» существует вагон бизнес-класса, оборудованный в соответствии с современными требованиями евростандарта. Просторное двухместное купе с телевизором, мягкими диванами – это идеальный способ путешествовать, получая настоящее удовольствие. Сервированные столики, всегда свежая печатная продукция, завтраки, обеды и ужины, приготовляемые по-домашнему – поварами вагона-ресторана. Оригинальные блюда, которые вам доставят непосредственно в купе. Плюс спиртные напитки доводят атмосферу комфорта до идеального состояния. Раньше, насколько я знаю, этот вагон назывался СВ. Сейчас бизнес-класс. Есть ли какие-то отличия? Ну, отличия есть, конечно. Здесь 3-разовое горячее питание. Не нужно брать с собой огромные баулы с провиантом. Это же здорово. Ну а бизнес-класс, он предполагает, что здесь ездят люди, причастные к бизнесу? Ну, отчасти, конечно, я причастна к бизнесу. Я работаю в хоре Соловушки-Магнитки. Нам очень часто приходится ездить на гастроли. Абсолютно все нравится. Я считаю, условия не просто комфортабельные, не просто удобные, а роскошные. Здесь все хорошо, здесь все продумано, все для людей. Фирменный поезд «Магнитка» по праву является лидером в составе Южноуральской железной дороги и визитной карточкой акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат».